В Путяхе альпинист сорвался с пятиэтажки. Мужчина чистил снег на крыше жилого дома. Он оступился, упал и повис на страховочных тросах. Самостоятельно выбраться у него не получилось. Как сообщили в главном управлении МЧС, по Югре при падении он повредил ребра и руку. Очевидцы вызвали спасателей. Они спустили пострадавшего альпиниста по пожарной лестнице. После спасательной операции мужчину госпитализировали.